Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал «Тапки с пробегом». Всем привет, моим подписчикам и гостям моего канала. С вами Влад и канал «Тапки с пробегом». Нахожусь я на авторынке Барыс, где просто куча автомобилей. Ну что, друзья, всех обнял, приподнял, устраивайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Вот такой вот Lexus, красавчик на литых дисках. ES300 2003 года, трехлитровый автомобиль на автомате, 6 300 000 по стоимости. Рядом стоит Volkswagen, автомобиль в белом цвете, 2015 года, 1.6, на механике, 4 800 000 по стоимости. Здесь вот такая вот Kia стоит в серебристом цвете, автомобиль 2014 года, 1.4 на автомате, 5 500 000 по стоимости, торг присутствует. На железках с колпаками. Вот такая вот Toyota, это у нас Toyota Corolla 2006 год, 1.6 на механике, 4 970 000. Здесь у нас Camry, 40-ка, налитый диск, 2008 год, 3.5 на автомате. $6 600 000 по стоимости. Вот такой вот Hyundai. Тоже автомобиль на литых дисках. Solaris у нас, акцент 2012 года, 1.6 на автомате, 4 700 000 по стоимости. Вот такой вот прадик стоит у нас. Смотрится вообще четко. Прости. 96 года, 1KZ на автомате, 6 200 000 по стоимости. Вот такой вот у нас Prado стоит. Автомобиль у нас 97 года, на автомате 7 200 000 по стоимости. Mercedes, к сожалению, вот такой бесценника. Вот такой лупарь стоит. Ешка 240, 99 года, 2.4, 4 100 000 по стоимости. Вот такой вот Марс стоит симпатичный, 2002 год, 3.2 на автомате, 5 200 000 по стоимости. Вот такой вот Hyundai, автомобиль с люком, это у нас Elantra 2017 год, 2-литровая на автомате, 8 500 000 по стоимости. Бесключевой доступ. Мультируль. Классная тачка смотрится. Вот такой Nissan Qashqai с дефлектором капота,
1,6 объема, автомобиль на автомате, 2013 год, 6 300 000 по стоимости. Так, вот такая вот Toyota у нас стоит. Все чистенько, все здорово. Родная краска, 100%, 164 тысячи километров пробега, 96 года, 3-литровый на автомате. Вот телефон владельца есть. Хорошенький. Так, вот такая вот у нас Toyota. 30-ка, 262 тысячи километров пробега, 2003 год, 2,4 на автомате, 6 200 000 просит. Можно? Вы для кого? Мне, для Ютуба, на канал. Как все чистенько. Здрасте. Для Ютуба эту машину отдать. А? Любители. Рядов нету. Ну да. Ну вот это вот рядов нету, везде, вот это всех разорвет, таких нет. Хорошенький. 160 в оригинале, она снизу вся блестит, как сверху. Нету таких. Ага. Наверное, может похвалиться. Давайте внутри ее глянем, посмотрим. Владелец расхваливает. Можно? Конечно. Автомобиль с люком. Да снизу туда не залезешь. Да, под порогом попробуй снять. Там днище класс глушите, там если видно будет. Там внутри все блестит. Вот такая вот, ребят, тачка. Шаг весь хромированный стоит до конца. А, бочка стоит. Главное, вся родная краска, 200% гарантия. Понятно. Ладно, спасибо. Автомобиль весь в родне. Сколько это стоило? 5 700 000 по стоимости. Понял. Спасибо. Так, идем дальше. Здесь у нас Kia в черном цвете. 4 950 000 по стоимости. Автомобиль 2012 года, 1,6. Тканевый салон. На автомате. Kia Rio, кстати, тоже хорошие довольно-таки даже тачки. Здесь у нас Elantra стоит. Автомобиль 2012 года, 1,6 на автомате, 6 000 000 по стоимости, 130 000 км пробега, на литых дисках, с тонировкой. Хорошенький. Здесь у нас Мерин стоит в серебристом цвете. Блин, наверное, следующую тачку себе Мерса возьму. Буду на Мерсе тоже кататься. Тоже хорошенький Мерс. 211 2013 года, 3,2, 5 500 000 по стоимости. Идем дальше. Здесь у нас Kia стоит. 6 500 000 по стоимости, такая пятая, 2010 год, 2-литровая на автомате с кожаным салоном. Автомобиль переднеприводный, мультируль, все дела. Здесь Hyundai Accent, 2013 год, 1,6 на автомате, 4 700 000 по стоимости. Написано, ребят, можно через банк. Здрасте. Вот такая машина. 2015 года, 1,6 на автомате, 5 300 000 по стоимости. Вот такая хорошенькая маленькая. Кто-то у меня постоянно спрашивал. 2008 год, 1,3 на автомате, 4 450 000 по стоимости. Хороший аппарат. Диски классные. Вот такая вот стоит Toyota у нас. Toyota Matrix, 2009 год, 1,8, автомобиль на автомате, 5 900 000 по стоимости.
Так, здесь у нас, к сожалению, ценника нету. Вот такая машинка стоит. Так, 2004 год, объем 2,4, 4 миллиона 500 по стоимости просят. Здесь и Mercedes. Цену подскажете? 4 миллиона 800 по стоимости Mercedes. Симпатичный лупарик, да? Так, вот такой вот стоит. Наш знаменитый кабанчик, да? 96 года, 3,2, автомобиль на автомате, 5 миллионов по стоимости. Идем дальше, стоит 40-ка. Автомобиль 2006 года, 2,4, на автомате, 6 миллионов 800 по стоимости. В белом цвете, с дефлектором капота. Вот такая машинка стоит. Двигатель классно работает. 2003 год, 2,4, на автомате, 5 миллионов 200 по стоимости. Хорошая 30-ка. Так, вот такая вот у нас Elantra стоит, 2014 год, 1,8, автомобиль на автомате, 6 миллионов 800 по стоимости. Переднеприводная, написано по расходу 8-10 литров. Ну, в принципе, она так и ест. Здесь Lexus с дефлектором капота. 2001 год, 3-литровый, на автомате, 5 миллионов 200 по стоимости. На канал на YouTube. Ваша? Можно? Да, конечно. Такие вот машинки. Если можно, и внутри посмотрю. Сейчас мы с вами глянем. Honda CR-V. Кстати, кто-то у меня в комментариях спрашивал насчет Honda. Автомобиль 97 года, 2-литровый, на автомате, 3 миллиона по стоимости. Такая хорошая машинка. Вот здесь и классная стоит, Surf у нас. Здравствуйте, для YouTube канала. Автомобиль 96 года, 2,7, бензин, газ, на автомате, 4 миллиона 300 по стоимости. Хорошенький. Вот такой вот Mercedes стоит в серебристом цвете. 2003 год, 3,2, а по стоимости он... Здравствуйте. Здравствуйте, стоимость подскажете? 5,8. 5 миллионов 800 по стоимости. Вот здесь вот такой универсал у нас стоит, автомобиль с люком на кожаном салоне. Ну, смотрится здорово. Ешка 280, 99 года, двигатель у нас 2,8, автомобиль на автомате, 3 миллиона 500 по стоимости. Но он вместительный, шикарный. Вот такой вот Мерс. Цена 3 миллиона 100, 98 года, 3,2, тоже на автоматической коробке передач. Так. Вот такая вот Suzuki. 2007 года, 2-литровый, 4 миллиона 900 по стоимости. Здравствуйте. Цену не подскажете? Цена? 2,4 объем? 2,4 объем, 5 миллионов 700 по стоимости. Вот такой вот Мерин. Цвет серебро, переливается вообще зачетно. 2000 года, автомобиль 5-литровый, на автоматической коробке передач. 7 миллионов. Да. Так, вот такая вот тачка. 2012 года, как она классно смотрится-то. 2,5 на автомате, 8 миллионов 500.
по стоимости. SE комплектация. Так, здесь у нас Audi 95 года, 1.8 на автоматической коробке передач, 2 300 000 по стоимости. Салон у нас велюр. Здорово, здорово. Я подойду сейчас. Nissan Tiana, 137 тысяч километров пробега, 2003 год, 2.3 бензин, 2 500 000 по стоимости. Ну что, друзья, вот такие вот тачки, представленные на авторынке Бары. Ставьте лайки, ну или дизлайки, если совсем все было хреново. А с вами был Влад и канал Тапки с пробегом. До новых встреч!